Отнимите камень. Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Лазарь, иди вон. Развяжите его. Пусть идет. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить. Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами.
Первое послание к Тимофею. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов».